Здравствуйте, меня зовут Денис. У меня болезнь Крона. Заболел я примерно в 2016 году. Вот. Перенес уже две операции. Болел тяжело. Первая операция произошла, я оказался в реанимации. Вот. Вторая была плановая. Делал я в другом ее центре. Примерно через два года попал в Логинову уже. Здесь прекрасные специалисты, они наладили, можно сказать, мою жизнь, подобрали генную инженерию, потому что лечился многими препаратами, и генной инженерии я перепробовал очень много. После лечения, подбора лекарств, необходимых, качество жизни значительно улучшилось. Вот. Перестал бегать постоянно в туалет, и жизнь заиграла, скажем, новыми красками, появилось больше свободного времени, и самочувствие гораздо стало лучше. В отделении прекрасно, все специалисты великолепные, очень отзывчивые, всегда помогут. Отдельно хотел бы спасибо сказать моему лечащему врачу. Это Демченко Александра Николаевна и гастроэнтерологу Дьякова Ирина Павловна. В общем, все прекрасно там.